Yeah, that's good. Paranoid. Why are you so paranoid? No. Don't be so paranoid. No. Don't be so. Baby, don't worry about it. Hate it, don't even think about it. You worry about the wrong things, the wrong thing. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. Tell me right now, you really wanna spend your whole life alone? A little time out might do you good, might do what's good for we be done for good. Cause I can make it good, I can make it hood, I can make it come, I can make it go. Все будут отмечать день рождения Боба Марли через 2-3 минуты. Состоится наш 11-й, последний заключительный раунд. Желаю всем 5 участникам победы. Спасибо большое. Кто это такой? Не знаешь, что такое? Нет, я не знаю такого. Я слышал просто про него немного. А тебе хочу добавить, что Евгений Рыбалкин – это единственный бармен, который начал путь в этом чемпионате из категории Underground. Что ты хотел бы пожелать своим коллегам? Ой, своим коллегам я хотел бы пожелать очень много здоровья, красоты, любви и доброты, терпения. И, конечно же, желание развиваться в нашей индустрии. Ну, давай, удачи тебе. Спасибо большое. Спасибо. Я на полном серьезе говорю, вот у Алексея Балашова, если вы знаете, да, вот чемпион России. У него зал свой на Дмитровской. Как вы его охарактеризуете, как профессионал, как ларин? А я слышал, что он переспал с Жанной Фриске, по-моему, это было. Он плавает, да, пловец, по-моему. Синхронное плавание, по-моему. Ну, короче. Костеловский круче. We'll be right back.
коллегам. Ну, я думаю, самое важное, наверное, в нашей работе – это хороших, добрых, приятных гостей, хороших чаевых, ну и всех благ, удачи всем. Это стиль жизни. Это огромный труд. Это очень круто. Флэринг – это жизнь. Это любовь. Любовь. Пойдем в туалет. Это очень даже неплохо. Это чудо. Это флэринг. Флэринг – это жизнь. Это все. Это жизнь. Флэринг – это летающие топоры.